И пытаюсь довести ее до высокого блайнда. Типа, два цвета всего, это прям очень сильно. Это жестко. Красный блайнд, поехали. Добавляет еще один ваучер. Как жаль, что я... Мне это не надо. Набор мега-арканы. И колоды есть там очень много разновидностей. Они все прикольные. Они реально все прикольные. Стекло, левую на правую, буби, счастливая, джокер. Первая джокер. 80 фишек, если флэш сразу, просто, красота. Ну и давай пикового короля, например, сделаем счастливым. Ранее сыгранные ослабляются. Как хорошо, что у меня нету ранее сыгранных карт. Вот, вот это начало. Вот это я понимаю. Сыгранную без лица, каре. Карешки, кстати, неплохие здесь, потому что здесь по две карты одного типа. А, ну нет, это ровно столько же, сколько в обычной колоде. Хм. Телескоп ультра топ, это факт. Телескоп мы покупаем прям сразу. Прям вообще сразу. Берем и идем дальше. Ой, телескоп прям гигатоп. Перебросы за ноль. Так, ну, денег у меня здесь нет, значит, перебросы за ноль. Лучше сначала бы экономику взять. А я бы потерял экономику, взяв эту экономику. Вы не думали об этом? Пожалуйста, король, 20 баксиков. Король не выдал нам 20 баксиков. К сожалению. Блин, здесь и стрит-флэши тоже так себе. О, флэш. Сыгранные буби. Мои любимые. Блин, ну я хочу, наверное, планету сыграть. Конечно, карты Таро тоже топчик, но усиление флэша. Базовые фишки и множитель делится пополам. Блин. Может быть, попробовать перебросами собрать флэш-рояль? Девять, семь, восемь. Не, у меня целых четыре руки есть. Я обычными флешами выиграю. Каждый флеш дает по 450. Ну, не каждый, а 900. Да, я выиграю обычными флешами. Мне не надо заморачиваться на эту тему. Я, конечно, меньше денег заработаю, играя только флеши, а не... Не очень сильный флеш, как будто... Низкоуровневый. Ну, нормально. Кстати, вспоминаем, если я повышу руку, я всегда буду получать флэш. 5 баксов. Этот джокер плюс 8 штук фишей. И по счете каждой сыгранной двойки. Сейчас плюс 10 фишек. Это редкий. Это редкий, это как будто бы сильный. Начать играть двойки и получать огромное количество бонусов. Блин, у меня экономики вообще ноль. Редкий джокер, кайф, и чё? Так ваучера, и зачем? А я сейчас 4200 не поборю, походу. Ну-ка, сарик. Может, и поборю. Ну, нужно, наверное, двойки найти. Только пиковые. Вроде бы... Во, пиковая двойка есть. Отлично.
Еще и с королем, который мне может деньги дать. Две червовые двойки остались. Выкидываем пики. Опасненько. Оставлю, ну, да. Нужен какой-то множитель где-то, я не знаю. Голды нету. You are the sun. You are the only one. My heart is blue for you. 5600. Нужны двойки. Вот бы еще гигафлэш, да, сыграть через там дополнительно. Ну, мне пока не хватает их, да. Ладно, давай так сыграем, пока довольно сильная комбинация. 1200. Тут уже не выигрываю. Уже не получается. Походу, рип. И нет флеша. Все. Ту-ту-ту-ту. Там был стрит флеш. Не уверен, может быть. Но, может быть, не знаю. Да, здесь экономики не хватило совсем. Блин, опять ваучер. Да дай нормальный старт в блайнде. Красный блайнд сразу же просто ломает игру. Вот прям... Сразу же. Потому что у меня было плюс 100 фишек на флеши, типа, но у меня не было множителей сейчас. Угу. Блин, здесь есть смысл играть, пытаться выиграть одной рукой. У хаоса из вольтов и троек. Так он бы мне ничего не дал. У меня флеш плюс 100 фишек давал. Ваучер на плюс руку. Все флеши и стриты можешь собрать с четырьмя картами. Ваучер подождет. А ваучер больше я не сыграю. Итого собираем стрит флеш 4, 5, 6 и так далее. Ну, то есть играем через стрит флеши сейчас. Семь, шесть, пять, четыре и добавить даму сверху. Тоже взял телескоп, ни одного пакета не дали на карты. Так у меня и денег не было на пакеты с картами, понимаешь? Возможно, брать такой ранний телескоп было ошибкой, черт его знает. А, при выборе блайнда дают джокеров. Опачки, здрасте. Опачки, когда у меня нет джокеров, давай. А, не то нажал. Дальше раунд. Пропустить блайнд мега небесный. Или двух джокеров полутать. Давай двух джокеров, это как будто выгодней. Дает стоимость под продажи в конце раунда и усиливает пару. Шесть, семь, пять. И флэш. Какая же имбовая штука, четыре пальца. Плюс 10 множители, если играется флэш. Но мне лучше сейчас стрит флэш. А, это же стрит флэш считается флэшем, да? Ну, да. Я бы вот это вот продал, но пока смысла не... А, стоп, есть смысл. Чтобы денег полутать. Да я зря этот купил тогда. Это обычно. Ну пускай яйцо пока побудет.
Можно еще флеш-хаусы собирать сейчас. А, ты, да? Окей. Создает до двух планет, создает последнюю карту, которая была сыграна, которых нету. Джокер. Так, я думаю, мы сейчас продаем... Чё, оно продается 8 уже? А-а-а, я понял, как яйцо работает. Оно накачивает свою стоимость каждые 3... Всё, я понял. Да. Яйцо можно продать, да. Я сейчас и вот этот флеш тоже продам. Он мне не нужен, у меня есть супер-гига-черви. Что этот порядок джекергов... Порядок джекергов важен, когда у тебя есть иксовые умножения. Или фишечки. Ну нет, фишечки, по-моему, нет, потому что фишки просто сюда засчитываются, а потом перемножение идет в самом конце. Вот когда у тебя есть иксовые умножения, они должны стоять в конце всегда. Монеты или Джокер? Ну вот я думаю, что Джокер на самом деле. А чипятка нафиг продать. Три карты в пике, мне черви нужны. Наоборот. Этот ваучер очень важный, потому что если мне попадется играть только один тип руки, ну это какой-нибудь флеш, окей. Если у тебя они генерятся, я разве покупал Джокера? Я взял Джокера и продал его, чтобы у меня, чтобы деньги вернуть на экономику. Это обязательно, потому что если придет античервовый, я проиграю. Добавляет покерную руку к множителю, то есть у меня, для меня это либо стрит флэш, либо флэш. За каждую даму в руке, блин, дамы в руке кайфовая штука. Так, чем мы будем играть? Мы выиграем одним стрит флэшем, просто постараемся сейчас. Или просто флеши... Давайте лучше просто флеши поиграем на всякий случай. Да блин, в смысле? О, ну видимо флеши. Червовая. А, ну 3000. One hand win, хорошо. Деньги, пожалуйста. Карта множителя на 2. Увеличить достоинство. Сейчас рефраф это экономика и только экономика. Этот ваучер, наверное, нафиг. Каждый сыгранный туз плюс 8 множителей. Двойка, тройка, пятерка и восьмерка. Но... Блин, сильная, кстати, карта. Но... Нет. Играем блайнд ради денег. Есть стрит флэш. Флэш рояль, да.
Две планеты халявные. Ну, две халявные планеты, да. Каждая сыгранная двойка, тройка или пятерка. Блин, под похотливого Джокера прикольно, но... Две пары, старшая карта. Понятно. Продать. Продать. Сильная в связке с пайцем, которая перезапускает. Ну, да, но я сейчас пытаюсь экономику набрать. Я и так достаточно сильный. Так, короля оставим. Попробуем флеш. Рояль, как обычно, собрать, да? Десятки не хватает. Стоп. Хватает. Стрит флеш, отлично. Семь пятьсот я могу за руку играть. Пойдет. И это одна рука из четырех. Так, наконец-то арканы. Ура! Уничтожаем пики. Денежки, пожалуйста. Наверное, волшебник хорошо будет на даму червого. Вот это прикольный, но скип. Все карты с лицом тянутся лицом вниз. Да мне чё, какая разница. Счетное достоинство плюс 4 множителя дает. Это пика. Значит, ее можно скинуть. Блин, флеш-рояль здесь сложно сыграть. 9-10. Так. Это не туз, то есть это... Если сыграть вот так, скорее всего, будет что-то сильное. Только по масти что? По масти проблемы, скорее всего. Почему флеш скин? Потому что я пытаюсь выиграть одной рукой, собрав флеш-рояль. Он же стрит-флеш. Это две пи... Если... Ну, это точно пика. Если это пика, я не собираю флеш. То есть... И не факт, что я собираю стрит. Может, сыграть просто флеш и все, типа, и пофиг. Давайте я лучше сыграю более осторожно сейчас. Нужно было с четверкой, неважно. Ну, и так почти выиграл, кайф. Одну руку потеряю, но сыграю с сейфо. Хотя, не, надо было пробовать стрит-флэш темной руке собрать, не знаю. Минус одна монетка, ну, когда у меня их 49, в принципе, сейчас не настолько жестко. Короткий путь в четыре пальца. Когда-нибудь ты станешь чем-нибудь полезным.
Перебрасывает босс блайнд. Я могу перебросить в любой момент. О, усиление флеша. Че, стрит не собрался, что ли? Как? Девятку, тройку, восьмерку. Вот это вот все. Два, три, пять туз, стрит остается для флеша. Добрать одну черву, да? Два, три, пять, семь. И... ну, черву высокого уровня. Шесть сто. Ладно, нормально. О, кстати, две планеты. Еще. Угу. Удваивает двойки, тройки, четверки, пятерки. Использовать. Винус. Что делать? Не помню. Сет увеличивает продать. Опа, турист. Надо брать. Блин, если... стоп. А, ну там меняется каждый ход. Я просто увидел стрит флэш и задумался над этим. Видимо, сейчас играем вот так вот. Продаем уже рефраф. Он только место занимает. К сожалению. Это все сильно. Начальные карты, бустерные наборы в следующем магазине бесплатные. Да мне лучше его сыграть, чтобы вот это вот сделать. Стрит флэш. Почему так слабо? Интересно. Вместо тройки лучше скипнуть тебя. Так, Блэд. Стрит. Флэш. Есть. С тузом. Почему я так мало лутаю? Потому что червей мало играю. Флэш скинул, потому что стрит флэш пытаюсь. Все карты планет и небесные наборы в лавке бесплатные. Че? Окей. Вначале Джокера купить, могут прийти деньги за Джокеров. Усилить кого-то из Джокеров. Ну, Колесо Фортуны может сыграть. Ну, оно слишком рандомное. О, усиление стрит флэша, найс. У меня, кстати, флэш, возможно, сильнее стрит флэша. Не, не особо. А их только один раз в ход можно покупать. Все карты считаются картами с лицом. Туз, дама, валет. В обратную сторону стрит не собирается, да? Не собирается. Так, давай тогда тебя сейчас выкинем. Тебя. Чтобы собрать вот такой флеш-рояль с достоинством какого-нибудь короля дополнительного. Червового, правда. Ой, пикового. Надо было червового играть. Восемь.
Блин, та пиковая карта, да и хер с ней. Так, наборчики, да? Создайте карту Таро, если рука содержит и туз, и стрит. Там можно по несколько карт Таро кидать, получается, нет? Две пары фулл хаус, флэш, флэш. Что такое анте? Анте — это как бы сложность, это раунд. Тут раунд — это просто сколько раз мы сражались с блайндами, а анте — это акт, в котором мы находимся. Мы сейчас в пятом акте из восьми. Black Hole повышает каждую покерную руку на один уровень. А почему я ни разу этого не видел? Блин, вот это сильно, карты Таро фармить. Скорее всего, это круче, чем вот этот Джокер. Потому что стрит я постоянно собираю. Сделать так, чтобы был стрит с тузом, это, ну, несложно. Как будто бы я хочу это попробовать. Двойной тег. Создать двух обычных Джокеров? Нет, фигня. Теперь придется играть, искать и играть тузы. Для этого надо не скипать двойки. И, а, ну здесь, кстати, тузовый, верхний тузовый стритфлэш есть. Только надо менять, убирать. Так, стоп, а карта? А, ну. Еще давай дам. Ну, дама — это дополнительный юнит. Да где тузы-то гребаные? Я все понял. В итоге я собрал просто стрит, чё? Порченые тузы, это правда. Так, а я больше не могу, да? Я тоже ничего сделать. Чёрт, придется просто флэш играть. Как лох, лоховской флэш, так называемый. А ты не входишь во флэш еще, надо было двойку играть в теории. Плюс черви у меня сильнее, я забыл, я выиграл. Нестабильный Джокер получился, да, лучше бы покупал за бесплатно наборы, селестиал наборы. Когда начинается раунд, добавляет случайно играющая с печ... Ой, нет. Стрит флэш. Ну, наконец-то туз. Стрит. И червочку добавить. Стрит флэш. Забираем карту Таро. Отлично, Justice. X2 делает стекляшку. Стрит, флэш. Сделаем шестерку пик стекляшкой. Почему у меня их две вообще, непонятно. Ну, видите, плюс две карты, блин, бубна. Ну, тут, конечно, придется на продажу ее оставлять. Джумба спектральная. Спектральная джумба-джумба. Берем. Синяя печать к выбранной. Это чтобы ее выкидывать. Одну случайную карту в вашей руке добавляет два туза. Опа! Что-то даму какую-то выкинул, но получил туза для вот этой штуки. Блайнд. Минус размер руки. Неприятный, кстати. Покупай наборы. Наборы шутов. А зачем?
Это не трата ли денег? Ну, типа, что я там найду? Ну, я могу посмотреть, но... Мне кажется, я сейчас хочу на этих шутах играть. Типа, ну, фигня же. Фигня полная. 4 баксика впустую. Туз, двойка, четверка, пятерка. Street Flash есть. И добавим сверху семерочку пиковую. Она тоже в стрит попадает, кстати. И играть стриты через один в 4 карты, это, конечно, просто жесть. Блин, преобразует 3 карты в пипки. А мне надо червы, наоборот. А значит, это на продажу. Стрит и... О, нет. Сейчас бы она, наверное, зарешала. Блин, сыграем один стрит? С тузом. Почему нет, кстати? Три сброса. Ну, да, ну... Так это карта халявная. Это халявная карта Тара. Да, флеш больше приносит, но... Вы же понимаете, что это делается вот так вот. Не сработало. Улучшает до 2 карт. Стрит. И опять флеша не дают. Так, если я так не сыграю какой-нибудь стрит флеш, я так и проиграть могу. Мне вот этот второй туз не нужен. Девятка хорошо заходит. Король нормально. Блин, просто пики дурацкие. Стрит флеш есть. И давайте улучшим... Например, вас. Я не могу вот так стрит флэш сыграть. А, ну мне же надо с тузом, чтобы карту получить. Смерть преобразовывает. Мне нужны тузы. Если что, нужен не стрит, а стрейт. 3 карты последовательности, а не 5. Это просто разные виды перевода. Здесь называют стритом, в картах называют стрейтом. Это просто особенности бета-перевода, и все, ничего более. Стрейт это и есть стрит по-английски, конечно. 2 карты планет, ничего себе. Давайте-ка стрит улучшим, раз мы его иногда случайно играем. Наверное, карешку, может быть, каретузов какой-нибудь. Стандарт пак джумба, давай. Шестерка прикольно, мне бы черви. Ну, наверное, шестерка хорошая карта вроде бы. Так, стена, особо большой блайнд. Ух. Надо сейчас считать. Надо сейчас считать, сейчас придумаю.
Я тут. Левая карта превращается в правую. Блин, я бы, кстати, от червовой дамы бы не отказался, наверное. Крутой. Через вольта перескочить, собрать. Стритфлэш классический. Хорошо, еще и через даму. Лучше бы вместо девятки еще одну даму сыграл, может быть, плюс 20 баксиков бы получил. В принципе, я, походу, и сейчас попробую получить эти 20 баксиков. Сыграю пока один стрит, просто чтобы еще одну карту сверху полутать. Так, пикулечки потихонечку. Избавляемся от них, да? Возможно, мне не стоило прям сильно избавляться от... А, почему шестерка не входит? А, потому что флеш не сделал. Увеличивает стоимость этих. Хорошо, делает одну стекляшку. Какой-нибудь вальта стеклянным сделать. Пикового, давай. Почему флеш? Почему не стрит? Потому что дам нужно. 80 тысяч тяжело будет набрать на боссе, ну... А это сейчас, да? Блин, я три партии сыграл, и да, как будто бы будет. А босс уже... Ну, я могу его рерольнуть, но... Зэ, сейчас посмотрим. Сет старше. Ну, давай каре, может, когда-нибудь каре сыграю. Это червивая каре. Дама черви хорошая штука. Но мне их не слишком ли много? Мне их уже 4. Мне надо, чтобы не было слишком много видов одной карты. Мне нужно через одну их. Я вон четверки все выкинул, например. Двоек у меня всего 2. Тройки, пятерки нужны. КМ отменяет все выбранные карты, чтобы каждый не прокликивать. О, спасибо за инфу. Блин, я, честно говоря, верну четверку, чтобы Street Flash проще собирать. Наконец-то появился X2 множитель. Как будто надо брать, да? Может быть, вместо туриста... Слушайте, у нас уже 6-й анте. Я думаю, я уже сколько-то туристам фишек накачал. Давайте выкинем... туриста и возьмем X2 множитель. Это нас спасет. Да, турист уже свое отработал, я тоже думаю. Закажи даму стрит. Ну, стрит можно купить. Суперпозиция пока что работает. Да, колода, конечно же, не для бесконечного режима, ни в коем случае, поэтому... Просто сыграем стрит флэш без туза, давай. Во! Оно! Ну, надо с тузом теперь играть, а то я что-то ни одной карты Тара не получил. Перезапуск всех карт с лицом. Ну, если продать нахер суперпозицию, то это будет очень жестко, потому что это перезапуск червей с лицом, стрит флэшей. Имба? Я думаю, что берем, да. Арканы лучше буду в магазине покупать. Сатурн, который усиляет стрит. Так, давай-ка мы вот так вот сделаем. Можно теперь дурак этого и что-нибудь еще выкинуть. 3 карты. 2 карты планет. Давай тебя, наверное, возьмем. И еще раз. Мне нужно одни только черви играть, и все. И все будет хорошо, поэтому я снова играю Хэнгедмена, выбираю снова Фуа, оставляю себе только черви, стараюсь. И все будет хорошо. Продаем нахрен тебя, покупаем тебя с лицом. И это похоже на жесткую победку. Стена, привет. Стрит флэш. Блин, можно в этот стрит флэш прикольную фольговую карту докинуть. Но лучше играть черви. Ого, как мало.
Так, а мне кажется, или я сейчас... А, просто лиц нету. Да. Может, это, наверное, из-за этого так было тяжело. Сейчас. Просто флеш. Задал мои лица. Давай, наверное. С двумя дамами лица. Которые играются два раза и, надеюсь, дают мне баксики. Окей. Пропуск. Скорее всего, даже можно двоечку, но мне нужны лица, чтобы... Не, пропуск. Дает один баксик за каждую сыгранную руку. Даст 30 баксов. Вау. Все трефовые карты ослабляются. Кайф. А давай 30 баксов. Чё бы и нет. А давай полихромного Джокера. Ну, вообще, мне Джокеры никакие не нужны. У меня... Давай, кто же не катит? Девятки нужны, блин. Есть девятки вообще? Или восемь? Просто червивый флеш сыграем с двумя дамами и, скорее всего, выиграем за один ход. 110 тысяч. Самый правый Джокер дает x2 при подсчете очков, если играется черва, но с определенным шансом. Поэтому если у нас играется черва с лицом, она играется дважды, и, в общем, это жестко. Вот. Скипаешь мои большие посты, потому что они большие, или просто провтыкал? Я думаю, потому что они большие, и вообще я отходил. Есть карта, которая при выборе блайнда уничтожает случайного Джокера и скелется на x05. Знаешь, так вот, неочевидная механика. Это два несвязанных эффекта. Если у тебя нет других джокеров, он все равно скелится, и более того, на этом Джокере можно выиграть. Я выигрывал на этом Джокере. Я знаю этот Джокер. Называется он Джокером Безумия. У меня последний видос на Ютубе — это Джокер Безумия. У меня была катка, в которой Джокер Безумия... Вот это последнее. Посмотрите ее обязательно, если не смотрели на Ютубе, обязательно. Там вот из примерно 15 сыгранных раундов, 10 раундов были на волоске, то есть там хватило 20 фишек там. Я юзнул какую-то карту в руке, и она смогла выиграть мне эту партию. Партия на Джокере Безумия была просто... Просто шедеврально. Она была очень хороша. Это было просто жесть. Вообще, я очень кайфанул с той партии. Так, давайте Колесо Фортуны попробуем. Жаль. Играем мои карты в лавке. Ну и только если это будут какие-нибудь тузы или что-то может прилететь. Стрит флэш, флэш. Ну, стрит флэш, конечно же. Какие у меня вообще цифры сейчас? Street Flash 260 на 20, Flash 125 на 16. Понятно. Блин, я вот не знаю, может... Мне нужны только лицевые карты и только черви. Мне нужны эти... Как их? Умножения. Здесь легчайший стрит флэш из этих. Давай сыграем. Скорее всего, из-за отсутствия трагедии и комедии я заработаю всего лишь 50 тысяч. Сосна.
как с 30 собрался? А, ну, через 9. Реклама Ютуба, а ты чуть не скипнул. Да. Нет, там реально забег безумно крутой был. Я прям супер советую. То есть он крут не сам по себе, потому что я играл в нем Джокером, а потому что там было столько ситуаций на грани, что я вообще кайфанул жестко. Блайнда? Не знаю пока. Создает до двух случайных планет. Создает случайного Джокера. Делает карту дикой. Сделаем карту дикой. Пускай дама. Дама дикая. Мне нужны лицевые карты, которые я хочу играть в своих этих. Это не лицевая карта, к сожалению. Блин, ну тогда уничтожить тебя и тебя. Тузы мне не очень-то сильно нужны. У меня много тузов, и они не так-то и сильно сдались, на самом деле. Блин, возможно, тройку была ошибка. Хотя я пытаюсь лицевые стритфлэши делать. О, этого надо бы как-нибудь его это уничтожить, да? Ту-ду-ду-ду-ту-ту. 526 тысяч одной рукой. Нойс. Нойс. Две карты, левая будет преобразована в правую. Преобразуем туза в вольта. Смешно, да? Ну так надо. Нет, наоборот. Да, туза вольта. Минус один Данте. Не хочу, я не пойду этой колодой в эндгейм. В ней ничего не скейлится. Поэтому... Смысл? Три черви? Оу. О, щит, мейт. Я лучше две таро поюзаю. Рефы продать. Стеклышко пойдет. Удваивают ваши деньги. Кайф. Одна карта принудительно выбирается всегда. Да, допустим. Вообще не проблема. Тройка. Блин, тройка пососная карта, кстати. Чтобы ее выбирать. Девятка. Давай ее стеклянной сделаем. Так, туз, король, дама, девятка. Это просто флэш, блин. Мы даже просто флэш с вот этими картами сейчас будет жестким. Две лицевых карты есть. Одна стекляшка, которая дает x2. 164 тысячи, победа первым анте. Я не пойду в бесконечный, не хочу. Ну... Тут типа... Колода, в которой стрит-флэши собирались через карту. С четырьмя картами. Просто жесть. Сейчас, кстати, скрин этого сделаю, да?